Hey guys, welcome to the Grand Prix of the Super Season. You are Super. And Super Dino Fan says, after Dino sang Human, there was a station break. So that was the previous video. And now there are two categories, the winner of the 2019 Season 3 and the winner of the Grand Prix. And I do know that Dino won the Grand Prix. They announced the winner of the 2019 Season 3 first place tied, Anastasia Simoganova and Denberel Urzak. Oh, really? A tie? Interesting. Diana was not the winner for season 3, makes sense. Mikhail Gusteriev, entrepreneur, poet, and painter, announced that he will donate money to 12 finalists so they can have apartments. Diana already had one by Igor Krutoy last season. Wow, this guy donated 12 apartments? Holy crap. I mean, the kids in season 3 really got off better than the kids in season 2 or even season 1, right? After this, the winner of the Grand Prix shown in this video segment was announced. Diana won with 49% of the audience who voted previous week by SMS. Makes sense. Let's do it. 12 apartments. 12. That's very nice. Like $1 million or something. Good for him. So, who won? Maybe them two? I don't know. I'm seeing who's holding these things. But this kid is holding one too. They're all holding something. То, что сейчас происходило на сцене, невероятно. Я хочу поблагодарить наших партнеров. И хочу лично поблагодарить Михаила Сафарбековича, потому что это, конечно, поступок. И я очень счастлив, I guess they all got diplomas. Что у нас есть такие друзья, которые могут помогать этим ребятам. This guy's like the organizer of the show, right? Потому что они все этого достойны. Я хочу поблагодарить всех наших спонсоров, всех, Igor's like, it's okay, you'll be fine, don't worry about it. Кто рядом с нами, всех, кто поддерживает проект. Я, конечно же, хочу поблагодарить агентство «Спутник» за поддержку. Я хочу поблагодарить Министерство просвещения the satellite, the space shuttle? За поддержку. И наших телезрителей, которые смотрят и болеют за наших ребят. Поверьте, мы всегда говорим, что мы одна семья. It's и мы nice. Уверены, что этот суперсезон – это только продолжение The cool kid with the glasses, you know, the shades. Большого There he пути is. Для всех этих ребят. Я хочу объявить Гран-при нашего суперсезона. Это уже любимая всей страной. Диана. You already know who won. Анкудинова. Oh my god, what a surprise. Итак, Act excited. Анкудинова становится обладателем Гран-при суперсезона. Ты супер. Поздравляю. В прошлом году ты стал обладателем квартиры благодаря Игорю Яковлевичу. Спасибо огромное еще раз. Yep. Теперь следующие мечты надо исполнять. И ты в этом году собираешься поступать в колледж, чтобы дальше продолжать развиваться. Понятно, что по закону, пока ты не подала документы... Ну, Wait, what's going on? Laws? What's happening? Потому что нельзя нарушать какие-то важные вещи, потому Is this a trial? Что ну, есть законы, еще раз повторюсь. Но тем не менее, мне кажется, мы сейчас можем позвать человека, который скажет тебе какие-то слова, благодаря которым... Ну, в общем, давайте позовем этого человека. Да, мы хотим пригласить заведующего отделом... Igor having a deep discussion with Victor in the background. Музыкально-теоретических дисциплин, председателя предметной комиссии теоретических дисциплин Государственного музыкального училища эстрадного. Everybody's talking about something else, if you look at the background. И джазового искусства Наталью Казанцеву. Hello. Who are you? Is this like the head of the department of education? Is that it? I missed it. I'm sorry. Who is she? Hold up, hold up, hold up, hold up. Head of the department of the Music Institute. Okay, gotcha. Makes sense. Should pay attention. Добрый вечер. Я очень рада видеть всех на этом большом празднике.
на этом замечательном и очень нужном проекте «Ты супер». И очень рада видеть своих студентов. Да, Богдан Вандышев, Карина Исмаилова уже учатся в этом заведении. Oh, they're the winners probably. Them too. И, конечно же, я хочу... No, they're not. Because that's Karina. This is like Anastasia. I don't know. Да, сказать, что здесь очень много талантливых детей, но обратиться хочу к Диане. Диана, дорогая, ты меня тоже покорила своим голосом. I feel bad for the other kids. Like, she's getting a lot of attention. Everybody else is just standing there. But, you know what? Диане. It's all good. Диана, дорогая, ты меня тоже покорила своим голосом. И вот я знаю, что ты хочешь начать профессиональное музыкальное образование. Мы тебя ждем в этом году на вступительных экзаменах. И очень надеемся... There's a lot of emotions going on here. Надеемся, что у тебя все получится. Потому что ты девочка одаренная, а нам очень нужны талантливые одаренные студенты. Мы тебя очень ждем. И огромное спасибо организаторам этого проекта за то, что они видят дальние цели и открывают новые перспективы для таких больших социальных программ и проектов, которые всех нас греют и которые мы хотим все видеть на телевидении. Ребята, я вас поздравляю с этим чудесным праздником. Спасибо. Всего вам доброго. Наталья Васильевна Казанцева, спасибо огромное. Диан, и мы же исполняем мечты еще, да? Когда был концерт в Кремле, мы сидели за кулисами и разговаривали с ребятами. И Диана спросила, вы же привозите звезд? Разные приходят нас поздравлять. Я говорю, ну, конечно, ты же знаешь. А говорит, и зарубежные приходят. Я говорю, да приходят, конечно. Wow. Говорит, а можете позвать группу мою любимую? 21 Pilots. Я, извините, не очень знаю. Wait, for real? Знал, что это за группа. Are they here? No, they're not here, but did they send a message or something? И сказал, ну, мы постараемся. Я залез в интернет. Когда увидел, что у них около миллиарда просмотров каждой песни, у тебя, правда, 100 миллионов, не сильно ты отступаешь еще по возрасту, ты их, я думаю, перегонишь еще обязательно. We couldn't get them, but, you know, they're thinking of you. 100%. И у них турне, понимаешь? To 1 billion views, holy crap. И, к сожалению, вот я даже вынес для тебя список специально, чтобы ты понимала, что вот это все города, в которых у них подряд турне, Европа, Америка, поэтому... Я очень извиняюсь, твою мечту, чтобы видеть их на этой сцене, никак исполнить не удалось. Yeah, it's the least of their worries right now. Извини, пожалуйста. Ничего страшного. Ну, давай чуть по-другому поступим, раз гора не идет. Вот тебе список. Ткнешь пальцем в любой из городов в Европе или в Америке. И я тебе обещаю, ты попадешь на концерт этой группы и неделю проведешь в этом городе. Выберешь, когда тебе будет удобно. Think about it, you know? На экзамены не совпало, все. Здесь май, июнь, июль, у них концерт. Where did she go finally, in the end? Они тебя ждут, твоя любимая группа. I would go as far as possible. Like, if I have a choice, I'll go to, like, Asia or something. Спасибо огромное. Тимур Вайнштейн, генеральный продюсер. Get, like, the full experience, you know? РНТВ. Невероятные подарки сегодня. Невероятное завершение суперсезона, но то ли еще будет. Again, you know, she got to, like, she gets to travel wherever she wants, but at the very least, these other kids, they all have apparently apartments or something, from my understanding here. 12 finalists, so they can have apartments. So maybe he didn't donate all the money, but some money or something, so they all got something. Невероятное завершение суперсезона, но то ли еще будет. Я говорю вам, до встречи через год в четвертом сезоне шоу «Ты супер». Damn. И помните, crazy, если вы с нами, то вы... Yay. What is this? We got a song? Oh, I get it. The guy with the glasses with the shades. I'm not saying he's cool, but that's the guy who's visually impaired. We saw him the other day. Okay. It makes sense now because I just noticed Diana like guiding him. Okay. So he's not just trying to act cool. Okay. He's still pretty damn cool though.
he's the most badass kid there is right now on the stage. Look at him. And Bison. We gotta say bonus song. Hey, I get to hear these other kids as well. Cool. Let's see what they got. Very different voices. We heard the song before. They must have practiced the hell out of the song. Great song. Yes, you are. I can't tell if some of these voices are really good or really bad, just because they only have like three lines to sing, you know? Three words. Because it could be their style, you know? Like, was that good? I don't know. Great song. Thumbs up. Nice. I gotta say this. It's finished. Wait Media. I gotta say, this end left me like feeling very happy about, for some reason. I don't know. It feels like they had a really good time all together. And you know, they delivered a cool song in the end, which we heard, you know, it's also at the beginning and the end, right? The song, right? But I gotta say, it's very I don't know, it makes you feel good. I feel like, I don't know. It's strange. It has like, the end has a very positive feeling on me. I don't know why. It just does. Seeing all these people sing together, you know, being on stage, you know, knowing where they came from and, you know, the hardships they had to endure so far, and just being on stage singing in front of people, I think that's very nice. That's really cool. And congrats to all the winners. At least, you know, 12 finalists got money for apartments. So hell yeah, that's an amazing freaking prize. Thank you for watching, guys. I'll see you. Peace out.